Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Последние дни в сети не утихают страсти по недвижимости знаменитостей. Активисты предлагают забрать имущество у тех звезд, которые выступили с критикой России и покинули страну. Прокомментировать такие предложения решила певица Лолита Милявская. На своей странице в соцсети звезда опубликовала ироничный ролик, в котором высмеяла такие идеи и в шутку предложила забрать ее дом уже сейчас, не дожидаясь национализации. Также знаменитость рассказала, что готова оставить национализаторам и все внутреннее убранство дома, но попросила их пользоваться туалетом, а не портить паркет. В доме есть туалет и унитаз, к нему прилагается ёршик. Оставляю национализаторам, заключила артистка. Ранее в сети заговорили о том, что заграничная недвижимость российских артистов, которые поддерживают спецоперацию, также может быть национализирована западными странами. Для этого достаточно объявить санкции конкретным артистам. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вы смотрели канал Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.